Друзья, Hi-Fi Petunia 7, с вами Андрей. Ну что, отличнейшая тема, перевод на высшем уровне, любительская озвучка, в которой принимали более 60 актеров, ну это да, это потрясающе. Прошлый стрим у нас был 6 часов почти, дошли довольно-таки далеко, у нас уже вторая глава. В первой главе играем мы на уровне сложности кошмар, это самый хардкорный уровень сложности, это просто очень печально, но... Будем продолжать тащить. Тяжело, что поделать. Но надо искать все вот эти аудио дневнички, где более-менее раскрывается лор вселенной игры Alan Wake. Игре уже больше 10 лет. Да что там больше 10 лет? Уже приближается отметка к 20 лет. Но игра по-прежнему смотрится и играется просто, блин, на ура. Ну, 20 лет, конечно, я так преувеличил, но да. Вот, в общем, ладно, погнали, будем потихоньку начинать. Сегодня будет у нас стримчанский до вечера, потом у меня есть дела, ну а там уже потом у меня рабочая смена на сутки. Так, сегодня у нас уже 28 августа 2020 года, ну что, до конца лета осталось совсем ничего, раз, два, три, четыре и все. И здравствуй осень, здравствуй холода, зима, ну и все в таком духе. Да, ребят, насчет стримчика Ютуба, к сожалению, да, то, что там на Ютубе был не раз запущен видеоролик, в общем, прошлый стрим заблокировали, ну, Ютуб, он такой, короче, Ютуб, поэтому, ну, как-то так, по-моему, заблокировали не во всех странах, не знаю точно конкретно в каких, я еще сильно не разбирался, но в России вроде как работает, а вот что-то по другим странам, конечно, печаль, беда. В общем, приходите на Twitch, стримы на Твиче, записи также есть на Твиче, ничего не заблокировано. В общем, если кому интересно, пожалуйста, смотрите без проблем. Буду записи выкладывать на YouTube, только такие, которые не будут блокировать, ну, потому что смысла по-другому как бы нет. Пусть допиливают, короче, свою платформу, будем держаться на твичевском. Так, сейчас я проверю, все ли хорошо работает. Смена качества, да, есть, плюс на Твиче самое потрясающее качество, плюс настройки ABS. По Твиче, особенно новой версии, это просто, ну, круто. Скоро я уже... Почти готов видос по настройке ABS, ну, в общем, как это у меня, да, если кому-то будет интересно. Потому что прошлый ролик, который уже был... Ой, которому уже больше 5 лет, он набрал у меня очень много просмотров, там, за, если не ошибаюсь, десятки тысяч. Ну, в общем, наверное, интересная такая тема. Ну, продолжу, короче, делать такие видосики на ютубчик. Вот, в принципе, вот такое делать, как говорится, и надо. Так, раннее утро у меня, ну, как раннее уже, 10:30. В общем, погнали, понеслась... Углубляться дальше. Да, Alan Wake такая игра, триллер, хоррор, сюжет офигенный. Ну, для тех, кто любит такие фильмы, как «Секретные материалы», один из самых популярных, да, топовых, ну, и моих любимых сериальчиков. Поэтому, ну да, отлично, отлично. Мне как бы все нравится. Так, ладно, понеслась, будем начинать. Вот не успел стрим запустить, счетчик уже... Рутони показывает 5 человек в чатике. Может, это как бы случайно зрители какие-то присоединяются, не знаю. Ну, как бы редко кто пишет в начале эфира. Ну да ладно. Погнали. У нас, по-моему, под конец уже второй главы идет дело. Remedy. Да, кстати, вот они выпустили недавно игрушку новую, вот эту Control. И, в общем, там в этой игре... DLC какой-то вот выпускают с Аланом Вейком. Во, вот так вот. Я думаю, контроль тоже надо будет как-нибудь посмотреть. Так, в игре, кстати, 6 эпизодов это оригинальная игра. Также есть DLC-сигнал и есть DLC-писатель. Озвучили полностью наша любительская озвучка. Все, это радует, молодцы ребята. В общем, короче, обязательно все посмотрим все. Ребят, не скупердяйтесь, обязательно поддержите, ну, ссылки все найдете. Те, кто делал озвучку, это просто обалдеть. Такие проекты выходят редко. Пусть не новая игра, но как бы это стоит того. Закиньте хоть полтишочек. Так, значит, мы продолжаем двигаться. Нашли в прошлый раз мы с вами по сюжету... вернуться к Барри. Нам нужно этого... Ну, с кем должен был Alan Wake встретиться, да? С этим типом, который, типа, как бы его на жену. Так.
захватил, или что там. Так, Элдворд Нэшнл Парк. Департамент. Так, а куда нам идти? Что-то я подзабыл маленько. Да, не было стримов, к сожалению, вчера. Увы, ребят, не мог запуститься. Были дела, срочно нужно было уезжать. Я домой уже приехал в 3 ночи. Ну, думаю, уже ладно, не буду я в 3 ночи запускать. Хотя, конечно, мне очень и очень этого хотелось. Так, погодите, тут, по-моему, мы с вами уже были, да? Сейчас я пройдусь, посмотрю. Может быть, где-то что-то и записка где-то лежит. Смотрю, далеко сильно нам тут уйти не дают. В этой главе... Так, дверь закрыта. Нифига себе, дверь какая здоровая. В этой главе мы с вами еще не нашли, так, одну записку из уровня сложности «Кошмар». Обязательно мы с вами записочки почитаем после прохождения главы. Ну, как прочитаем, они также озвучены полностью на русский язык, это как бы радует. Да, по-моему, пришли мы отсюда. Конечно, я не помню, уже вроде сутки прошли, не играл, а уже подзабыл. Ну ладно, лишний раз пробегусь, глянусь, ничего ли не пропустил. Так, главное, чтобы на нас тут не напали, блин. Бесконечный, так сказать, распаун врагов. Так, нет, вроде ничего нету. Ничего не пропустил. Там еще наверху гляну. Потому что записки могут положить в любой момент. Но благо они хорошо виднеются издалека. Беленькие такие. Поэтому, друзья, кто просил вернуть стримчики на YouTube, увы, я не хочу, чтобы из-за музыки в играх... Ну, в последнее время вообще жестко YouTube все блокирует. Не я один это говорю, это многие говорят, даже топовые блогеры, тот же Антон Логинов и так далее, что прям, ну, вообще жестко, особенно у кого-то монетизация подключена. У меня-то, разумеется, никакой монетизации нету. Вот, мне просто не хотелось, чтобы забанили... Прямой эфир, потому что на ютубчик я буду эфир пускать, но более по видеоблогам, а не по стримам, потому что, ну, жестко стали, взялись, стали блокировать, ну, это как бы никуда не годится такая тема. Да, тут что-то как-то нету ничего, ладно, уходим. Так, у нас с вами 5 фельдшеров, кольт и дробовик. Дробовик, прикольная тема, кстати. Хотелось бы, конечно, побольше двух выстрелов. А, вот это, кстати, новый дробовик вроде как. У этого 8 выстрелов. Да, у нас было до этого было 2. Так, ладно, пойдемте. Мне нужно было дойти до коттеджа. Но, по крайней мере, я выбрался из леса. Да, по крайней мере, выбрались из этого страшного-страшного леса. Многие говорят, игра очень страшная. Ну, есть моменты, да. Не сказать, чтобы уж очень там бу-бу-бу, но да, моменты, конечно, есть. Вздрагивать иногда приходится. Но опять же, если вы слушаете там в наушниках или играете в наушниках с хорошим звуком, если звук у вас так себе, потому что в большинстве случаев вся атмосфера в играх, конечно же, составляет звук. Так, ищем записку, где она тут может быть. Я чуть пока ничего не вижу. Ну, куда-то хитрые разработчики запрятали нашу последнюю страничку. Да, те страницы на уровне сложности кошмар, они недоступны на других уровнях сложности. То есть, например, на легком, если нормальном их играть, их тупо не будет. Нужно было вывести машину из гаража. На ней я добрался бы до бари куда быстрее. Да и фары не помешают. Угу. Так, нам нужна машина, да? Мне нужен был ключ от гаража. Так, ладно, понял. Ищем ключ от гаража. То есть поедем путешествовать на машине, да? Неплохо. Да, я помню, что как бы мы тут будем кататься немало на тачке. Мне нужна была машина из гаража. Да, Вейк. Все понятно. А, вижу, наша записка. Интересно, последняя, нет? Ах, к сожалению, увы, нет. Так, ну это карта, где мы находимся и так далее. К сожалению, увы, пока еще не последняя. Ну это те, которые мы уже как бы... Гаража должен быть где-то здесь. Те, которые мы поднимали.
Так, ключ от... Так, женский, мужской туалет. Ну, давайте сначала зайдем, посмотрим. Да, аккуратнее. Туалет и дело такое. Так, ничего нет. А, вот и наш ключик, да? Так, прежде чем мы его возьмем... О, тут и телевизор. Мы сейчас ходим в ту сторону туалета, посмотрим. Потому что раз была контрольная точка сохранения, скорее всего, что-то будет произойдет. Смотрите, в женском туалете света нету, но зато есть патроны для охотничьего ружья. И все, да? Да, больше ничего нет. Ладно, уходим, забираем. Сейчас, скорее всего, какой-нибудь босс будет. Или что-то типа того. Ребят, напишите, кто играл в игру Control, как она вам вообще, то есть... История — это не машина, послушная каждому движению. История — это зверь, живой зверь. Ее можно создать, придать ей очертания, но потом она обретает свои собственные желания. Измени что-то одно, и запустишь цепную реакцию, которая распространится по всему сюжету. Персонажи должны быть верны себе. События должны следовать внутренней логике истории. Один прокол, и магия испарится. История погибнет. Элис погибнет. Ну, типа в телевизорах показываются такие вещи, что Алан где-то там пишет сюжет, потому что тьма не может без Уэйка. Твою мать, ты откуда тут появился? Да, вот это было резко. Страшно. Ничего там не оставил? Так, на удивление только один напал, да? Так, ну вот она, наша машина. Так, сядьте в машину. Вот, сейчас сядем. Так, ускориться, управление, тормозить. Ого! Так, у нас еще у машины батарея есть. Тихо, тихо, тихо. А, на. Ага. А убить я его что ли не могу? Или сбить? Может, надо было посильнее ехать, да? Так, там под машиной ничего такого не было. Нет, вроде ничего, пополним жизни. Ладно, поехали дальше. Можно, конечно, улететь, но... Надо не забывать просматривать все-таки места. Интересно, какие могут тут быть. Так, камера. Камера не мороси. Так, пойдемте туда вот сбегаем за забор. Брайан Фоллс. Дивер фестиваль у нас будет, да? Где, как он там называется в игре? День оленя, по-моему. Так, смотрим всякие секретики. Так, вроде ничего. На машине обалдеть. Нет, нет, тут ничего. Давайте сейчас направо съездим. Тут две машины, кстати. А можно сразу на двух ехать? А, смотрите, можно ехать на двух. Нифига себе. Нормально.
Ладно, не будем угонять эту машину. Так, сейчас туда еще вот назад скатаемся, посмотрим, что там. Блин, ну и камера как-то резко. Так. Вроде бы тут нету ничего, да? Да, перекрыта дорога. Надо, конечно, места обсматривать. Вряд ли, конечно, сюда что-то положили, но... Ну, ё-моё. Ну, блин, я хочу глянуть. Хитрый, нам нужно зайти эту последнюю записку. Она последняя осталась. Жаль, что она была не в самом начале. Да, Алан, конечно, не супергерой, он писатель, он сильно-то бегать долго не может. Как бы в этом плане, увы. А я его заставляю по горам везде лазить, искать секретики. Ну, я пробегусь, я никуда не тороплюсь. Как бы сейчас на нас не напали, конечно, бы тут. Что-то как-то не видать ничего, да? Далековато уже от машины, конечно, убежал, ладно. В любом месте могут положить. Возле любого дерева. Ну, на то оно и поиск секретов. Можно, конечно, гайдик бы какой-нибудь открыть, да, чтобы это не париться. Но по гайду не так интересно. Раз. Опа! Так, давайте посмотрим, можно ли сбить его, когда он... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, как машина управляется так. Да, можно. Можно сбить, отлично. Это... Да хватит свои топоры там кидать. Пошел отсюда. Еще одна машина. Довольно немало машин, да? Так, ну надо обсматривать область. Нам надо найти эту запись. Так, ну тут вроде бы ничего. Там вот в лесу, конечно, может быть справа. А куда ехать вообще? А, ну ехать нам, нам на карте показывается. О, да, началось. О, да, детка. Страх, боль. Вон, я вижу, сзади они. Тут у нас кемпинг какой-то. Ого, их тут. Нифига себе. Вот это да. Так, кемпинг надо будет проверить обязательно. Сейчас я их вынесу сначала. Можно между деревьями, интересно, там поездить? Такое себе удовольствие, да? Кататься по горам, да. Тихо, 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 машину мне не сломайте. Да пошли вы. Нифига их там сколько. Вот, вот это да. Так, ладно, понял. То есть машину они могут вынести, да? Смотрите, машина уже дымится. Давайте, давайте.
О, смотрите, видите, да, это секретик. О. Блин, урода. Ну что тут, бесконечно, что? Ну, скорее всего, бесконечно. Блин. Вот это, конечно, мне не очень нравится, что сделали врагов респаун. И так как бы нелегко играть. А тут тебе еще и респаун. Пошел отсюда. Ну, машин немало, кстати. Немало машин здесь. Он идет, идет, идет. О, тут охотничье ружье. 16 патронов. Ну, если буду давать патрончики, я только за. В таких местах. Так, ну тут и свет, сюда они подойти не могут. Так, есть ли тут где-нибудь записка? На самом деле нужна всего одна, и можно ехать дальше уже спокойно, но она может быть в любом месте. Так, нам вот туда, да? Что такое, не получится никак не уворачиваться от них. А, блин. Да! Да ёп! Ну да, бесконечные враги, смысла вообще никакого нету с ними воевать, так. Все, я умер. Наверное. Я сильно далеко отберу. Ну, Алан, конечно, устал. Да. Устает он очень сильно, прямо... Да. Ну, благо, хоть начал я от света, это уже радует. Очень сильно быстро устает, прямо, ну, невозможно так. Так, ладно, погнали. Тут вроде тут нету ничего. Сейчас я хочу сгонять вот там, где был показан секрет. Так, ну да, нам сюда. Так, да, нам сюда. Ну там еще у нас был... Блин, тут закрыто. А! Машина уже задом не едет. Респаун, респаун, такой жесткий респаун. Как это напрягает. Так, надо забрать другую машину, а то этой уже машине хана. Давайте вот эту заберем. А что они будут тут стоять? Так, где-то вон там, да, было у нас показано, что секретик есть. А эту машину я не могу взять, серьезно, что ли? А, то есть еще и не каждую машину можно взять. Ох ты ж, блин. Вот так вот. Так, вот там вот стрелочка была направо. А, так тут у нас целый дом. Тут у нас... Да камеры не морось. Пошли отсюда. Достали.
Самое обидное, что толку от этого немного, потому что они бесконечные. Вот мне интересно, могли разработчики спрятать, сколько я уже в разных играх искал секреты. Обычно всегда запрячу туда, где, ну, думают, что, ну, игроки туда не побегут. Это такое бывает. Поэтому я пройдусь, я не пожалею еще раз, если что, будет переигрыш, если меня убьют. Зато я буду уверен, что я не пропустил. Нет, увы, по-моему, здесь нету ничего. Ну, записку, по крайней мере, я не вижу. Ну, я буду надеяться, что я ничего не пропустил, потому что, ну, нету. Поехали. Ой, не туда, не туда, не то. Ой, как она задом уже медленно едет. Ну, не едет, а начинает разгоняться задом медленно. Так, ладно, нам вот на тот мост. Так, а тут еще интересные места, да, у нас есть? Ну, отъедь ты! Ну, ладно, хотя бы так. Еще газу. Так, отлично, нам сюда. Но мы еще тут прогуляемся, пройдемся. Да, как Алан быстро устает. Прям wake. Ну, не спортсмен, он писатель. Надо об этом не забывать. Постоянно кнопку бега жать смысла нету. Элдервуд, национальный парк. Ну давай, записочка, ну попадись ты уже, а? Нет, увы, что-то нету ничего здесь. Интересно, можно вот на эту машину сесть? Ну, маловероятно, конечно. Ой, накуронил. А, вон она. Так, и контрольная точка достигнута. Вот она, записочка. Так, смотрим. Ну давай, последняя, а. Увы, это еще не последняя. Да, к сожалению, это еще не последняя. Сюда, да? Погодите, а там что тогда за проход был? Все. Вот это все, что может Wake бегать, то есть он прям вообще сильно устает. Ну, то есть быстро, даже не сильно, а быстро устает. То есть бегать сильно долго не дают. Ну, зато как бы реализм, да? Так сказать. Так, ну-ка дайте-ка я на машине все заеду. Это мало ли. Все-таки фары у нее помощнее светят, чем... наш фонарик. А,
Стопэ, тут смотрите, тут можно поехать дальше. То есть это еще... Так, стоп, а там же тогда что наверху было? Так, контрольная точка достигнута. Кстати, немало контрольных точек нарасставляли в игре. То есть не на всех машинках можно покататься. Вот на этой можно, кстати. Когда-то он садится в машину, камера так жу-жу-жу. Это не я так геймпадом делаю, это она. Ну, видите, там так чуть-чуть как бы стик прожимаешь, она прям крутится как-то. Так, вот туда я хочу наверх еще тогда сходить. Здесь контрольная точка. Что-то я ничего не понял. А, это я просто вокруг обошел. Вот ё-моё. То есть нам как бы сюда и надо на машине. Так, ну ладно, понятно. Это здесь у нас типа проход, да? Ну да. Так, вроде нету ничего. Ну ладно, поехали дальше. А, это мы уже возвращаемся, кстати, назад. Да-да-да-да-да-да-да. Здесь мы уже были, где этого первого, так сказать, мини-босса у Стаки, или как он там? Так, ну раз возвращаемся назад, возможно, здесь что-то и закинули секретного. Может быть, ничего, конечно, но я пройдусь. У нас там был один дом закрыт, возможно, он сейчас будет открыт, и оттуда куча мобов полезет. Где у нас пес Макс был? К сожалению, пёса убили. Здорово, играл ли в Max Payne? Привет. Да, играл. Играл, проходил, было дело. И в те года, и в более новые года. Но Max Payne будет однажды. Еще раз на канале. Отличная игра. Может даже HD мод поставим на него, посмотрим. Но я не буду интересоваться, как тебе Max Payne. Скорее всего, отлично. Так, увы. Неужели я пропустил? Я 100% уверен, почему-то здесь будет конец второго эпизода, когда мы до Барри доберемся. Так, а тут у нас закрыто. Тоже все позакрыто. Ой. Да, к сожалению, нету ничего. Увы. Тут, кстати, был пес Макс. Теперь трупа нет. О, тут у нас патрончики надо пополнить. Коробка такая, да? С патронами для револьвера. Запрятали. Это что такое было? Кто?
Странно. Ну явно же жизни как-то отнялись, не просто так. Окей. Нету здесь. Блин, да камера, ё-моё. Что такая резкая? Можно не так резко? А, кстати, вот этого перекрыто-то не было. Вот этого тут. Так, пойдем прогуляемся по лесу сначала. Глянем что-то. Тогда дорога была свободная. Нет, нету ничего. Ну, Уэйк задышал. Ладно. Я очень надеюсь, что здесь где-то последняя-то записка. Кто бы сомневался, да? Интересно, а можно как-то взаимодействовать с машинами, если, к примеру, стрелять вот по этим красным штукам? Может, она взорвется или еще что-нибудь? Так, я помню, тут мы записку брали, было дело. Ну, когда мы, наоборот, шли оттуда сюда. С начала миссии, так сказать. Так, о, ракетница сама. Это, наверное, лучшее, что я мог бы противопоставить темным тварям, с которыми столкнулся. Да, причем три патрона дали, неплохо. Надеюсь, они тут не бесконечны. Главное, вот этого большого сначала вырубить. Так, готов. Да. Как быстро фонарик разряжается. Серьезно, что ли? Алло. Пошел отсюда. Да ладно, еще двое. Трое даже. Забываем, что мы играем на уровне сложности кошмар. Это не так изи. Как на легком или на нормальном? Пошел отсюда. Так.
Вроде подуспокоились, да? Ну да, здесь распауна, надеюсь, не будет. Ну ладно, Вейк, Вейк, не дыши, ну блин, задышал. Дышит постоянно так. Так, ну я был в прошлый раз в этих домах. Ну, может, в этот раз сюда что-нибудь положили? Нет, увы, нету ничего. Появились только мопцы, да? Так, у меня ни одной батарейки нет. Энерджайзер для подзарядки, так сказать. Угу. Ну ладно, хотя бы контрольную точку уже. уже. О! Звонок. Это был похититель. Подонок, где моя жена? Хватит игр, Вейк. Отдашь рукопись и заберешь свою женщину. Все просто. У меня нет. Подожди, послушай. Я еще не закончил ее. Мне осталось написать финал, и это займет неделю. Не закончил? Мне нужна неделя. Даю 2 дня. Тут поблизости старая Брайтфоллская угольная шахта, ты ее запросто найдешь, городской пройдоха. Встретимся там, в главном корпусе, в полдень. Принесешь рукопись, получишь свою женушку, не принесешь? Ну, смекаешь? Да, да, я понял. Так, ну еще походу... Нас еще могут и обманывать, конечно же, что у него наша жена у него. Ну, кто знает, ну, Алан верит. Алан вообще как бы Вейко, он у нас писатель всех этих тем, он, ну, не верит в такую всякую тему, но, как говорится, когда лично с ним это столкнулось, вот видите, он стал верить. Как говорится, не веришь до последнего, пока лично тебя это не коснется. Так, да, тут у нас было радио, мы его слушали. Не, свет пусть горит. Здесь тоже ничего нету. Так, вот там уже Берри у нас, ну там и там конец по-любому. Так, неужели я пропустил рукопись? Ну еще можно вернуться, но... Страничку где-то мы пропустили. Ну, уже просто сейчас вообще финал начнется. А, вон еще одна валяется, кстати. Ну, хоть бы это последнее было. Вот если это будет последнее, конечно, будет обидно, что она вот в таком месте. Ну, не факт. Да, ребят. Это та страница, которую я искал весь второй эпизод. Ой, сдается темной сущности. Так, ну теперь можно спокойно душой, как говорится, ладно. Ну, нашли где положить, на дороге. Ну, а там у нас Барри. О, сколько у него, нифига тут птиц летает над ним. Барри болтал о птицах по телефону. Почему я постоянно Барри называю? Как в Resident Evil. Барри, конечно же. Это наша машина. Так, если тут что-нибудь еще? Нет, ничего нету. Уже и даже Барри начал верить. Так, что-то куча всего. Тут дает интересности. И ракетницу, и фальшер, и, блин, тут вообще пипец. Ал! Ал, я так рад, что ты здесь! Парочка тварей пробралась, пока я не закрыл дымаху. Так не бывает! Птицы так себя не ведут! Так, нифига он там забаррикадировался. О, нифига себе. О, энерджайзер бот. Что, ничего не попутали? Так, вот тут какой-то секрет. Показывает, что тут какой-то секрет. А, вот он. Патроны для ракетницы. Че, прям вообще мощь?
Ничего себе. Прикольно. Круто. Одолеть птиц, да. Короче, нам надо птичек одолевать. Нифига себе, чуть замутили. Все, да? Да, нехило. Нехило. Ал, я... Это... Ты прости уж меня, что я решил, будто ты спятил. Я отправил Барри в город поспрашивать, не опознает ли кто похитителя. И он заедет изучить архивы местной газеты. Может, он сумеет выяснить что-нибудь. Хоть что-нибудь. Про исчезнувший с домом остров. Похитителю нужна рукопись. Я должен попробовать ее написать, чтобы вернуть Элис. Для меня сверхъестественное всегда было не более чем аллегорией человеческой психики и инструментом художественной литературы. А теперь это происходило на самом деле, и я не мог выдавить из себя ни строчки. Барри Уэйлер, слушаю. Это Роуз. Роуз? Я нашла страницы мистера Уэйка. О, ты моя красавица! Не могли бы вы с мистером Уэйком прийти за ними? Я живу в трейлерном парке за городом. Примчим в течение часа. Пока. До скорого. Удачного дня. Приходите к нам еще. Приветствуем в дорогом олене. Молодчина. Они как сами здесь все сговорились, да? Ну да. И эта тетенька все и замутила в первом эпизоде. Да, конец второго эпизода. Ну да, 50 минут эфира в прошлый раз, когда все заканчивалось, я бы не успел. Реально. Ну, на самом деле заняло конец второго эпизода. Это же даже заняла эта страничка, блин, которая была в самом конце, да, на дороге. Другие на самом деле собирать не обязательно, потому что они уже собраны. Ну, не во всех эпизодах, конечно. Но где-то там. Короче, отправляемся сейчас в трейлер к этой теме. Но перед этим мы, конечно, сделаем сейчас небольшой перерыв. Потом мы перед началом второго эпизода посмотрим странички второго эпизода, что там было интересного. Не зря же их так усердно и плотненько ищем, да?
Классная музыка. В предыдущих эпизодах Элис похитили. Алан, прошу, помоги. Элис? Сделаешь все, как я скажу, если хочешь снова увидеть жену. Об этом знали только я и Барри. Черт, Барри, они убьют ее! Ты мой лучший друг, я боюсь, что ты не в себе. Выкуп, якобы моя рукопись, события которой сбываются. Прямо как на той странице, которую я нашел. Я пока нашел лишь несколько страниц. Мне нужна вся рукопись. Срок истекает через 2 дня. Я нашла страницы мистера Уэйка. Молодчина. Эпизод 3, выкуп. Как ей вообще удалось заполучить рукопись? Ну, не знаю. Она находчивая. Говорил же, ты с ней слишком строг. Слушай, я тут раскопал массу интересного, пока искал... Да. Мистер Уэйк, это шериф Брейкер. Здесь с нами агент Найтингейл из ФБР. ФБР? Ему не терпится с вами увидеться. Вам лучше приехать в участок. Ладно, я скоро буду, шериф. Так, нужно торопиться. Чем могу помочь? Я Рэндальф, заведующий. Мы ищем Роуз, официантку из закусочной. Роуз? Знаю ее. Милашка! А вы кто? Я Алан Уэйк. Писатель, да? Слышал по радио, что вы в городе. Что ж, провожу вас к трейлеру. Роуз хорошая девчонка. Всегда вовремя платит. Как я и говорил, Ал, я просмотрел подшивки. Просто море всякой мистики. Это место просто дикое. Исчезновения, странные убийства, ожившие городские легенды. И, кстати, больше всего этой мути творится вокруг озера Колдрон. В точку, мистер. Индейцы верили, что озеро – путь на тот свет. Я-то сам человек богобоязненный и не суеверный. А, понятно. В общем, был на озере остров, принадлежал некоему Томасу Зейну. Я прочитал в газетных статьях, что он был известным писателем. Но сколько я не искал, ни одну его книгу найти не удалось. Зейн был ныряльщиком. Таким заядлым, что остров назвали островом ныряльщика. Но в 1970 году случилось извержение вулкана, и Зейн потонул вместе с островом. Даже так? Все? Наговорились? Теперь я могу тут побегать, посмотреть разные вещи. Так, ну что, эпизод 3. Смотрим, что у нас тут пропущено. Да, у нас тут пропущено раз, два, все странички и все странички из кошмара, да, уровня сложности, да. Но, конечно, перед этим нам надо маленечко сейчас... Пойдемте, провожу вас к трейлеру Роуз. Да, спасибо, но секунду. Можно я тут еще помимо этого побегаю по-быренькому, посмотрю, что тут есть. Вот как бы игра потом. За мной, тут недалеко. Да. Не торопить. Я побегаю, просмотрю странички. Конечно, и потом можно побегать, но не факт, что потом дадут. Игра еще переключится куда-нибудь на... другой уровень. Так, ну что, снова утро, да? Погодка. Слушайте, я занятой человек. Нужно следить за этим местом. Занятой человек. Подождете. Ну, тоже люди занятые. Что-то как-то нет ничего. Прекращайте, мистер. Скорее! Здесь нету ничего. Ну, пойдем, что ты сам-то стоишь. Там песок где-то кричит, рычит. Интересно, а темная сущность до шерифа добралась или нет? Ну, до Роста добралась. Нету здесь ничего, ладно, идем. Хромает, да?
Блядь, странички ищу. Ну, что-то вроде пока. Рэнди Докс. Открыто. У них машина, смотрите, да? Так сказать, своя вилла небольшая. Американский флаг. Нет, тут ничего. Ладно, идем. С ума сойти. Оно тут с самого утра, будто с неба упало. Наверное, из-за торнадо. Повезло, что трейлеры не задело. Угу. Лодка упала такая, да? Так, раз идет туда, значит пробежимся здесь. С неба, да, лодочка такая грохотнулась. Там кто-то пылесосит. Ну. Неужели нету ничего? На такой большой локации даже ничего секретного не положили. Ну ладно, окей. Дальше вот что. Местная девчонка Барбара Джаггер утонула в озере за неделю до этого. Зейн любил ее. Точно. Джаггер теперь местная легенда. Озерная ведьма настигает в темноте. Детские сказочки. Короче, Ал, самое интересное. Все статьи по этой теме написаны Синтией Уивер. Я разузнал. Оказалось, это та бездомная, что ты видел. Что? Фонарная леди? Она чудачка, но не бездомная. Да, ну в общем... Она знала при жизни и Джаггер, и Зейна, а после у нее случился срыв. Да, не видать ничего нигде. Это мы с обратной стороны лодки, да? Может быть, здесь и нету, конечно, ничего, но пока на то похоже. Ну давай, давай, то чапай. Пришли, наверное, вот это мне, скорее всего, кажется. Да, в принципе, больше-то идти некуда. Да, нету тут ничего, никаких записок. Мистер, это трейлер Роуз. А что у вас к ней за дело? Поговорить надо, вот и все. Вот и все. Так, ну что, нам, значит, интересны рукописи второго эпизода, пока мы еще не совсем, так сказать, забыли, что происходило в прошлые разы. Но перед этим сделаем небольшой перерыв и продолжим дальше. Пару минут. До встречи.
Так, ну все, ребята, я вернулся. У нас сегодня немного, на Твиче всего трое человек. Кто-то смотрит, не знаю кто, но, в общем, всех приветствую. Продолжаем углубляться. Alan Wake. Сейчас мы с вами посмотрим записки эпизода 2, которые с вами нашли. Внезапная остановка. Правду говорят, убивает не падение, а внезапная остановка в конце. Я лежал здесь, в снегу, а в голове повторялась жуткая вереница сцен, которые привели меня сюда. Повтор моего личного кино, память собственного трупа. Единственный живой на своих же похоронах. Опять я играю словами. Роковая женщина исчезла. Остался только кислый привкус поцелуя, что убил меня. Ну, кстати, вот не прочитал, что с реальным убийством привело его повтор моего личного кино, и что память моего трупа Алан Уэйк почти что Джон Уэйн. Ладно, так, внезапная остановка 2. Это было запоздалое прощание. Через 13 лет после того, как я отомстил, оно наконец настигло меня. Боль пришлось терпеть долго. Моя кровь окрасила снег. Этакий зловещий коктейль с замороженным соком растворила все разбросанные болеутоляющие и лениво капала в сточную трубу, смешиваясь с желчью города, становясь не одним целым. Теперь я вижу мою жену и сына. Милая, я дома. Темная сущность закусочная. Но это где мы все это были, это места. Хоть она и носила человеческий облик, но назвать темную сущность разумной значило применить человеческое понятие к тому, что было чуждо всему человеческому. Тем не менее, она нашла достаточно темное место во всей закусочной. Свет, льющийся в коридор, страшно мучил ее, но она терпела. Писатель скоро исправит это. Он идет в то единственное место, где власть все еще принадлежала ей. Так... Wake now, Liver's Peak. Похититель выстрелил в последний раз, и тень растаяла во тьме, из которой явилась. Вот видишь, Wake, ничего особенного. Сама мысль о том, что Элис у этого человека, была отвратительна. Мы стояли на деревянной площадке Liver's Peak. За спиной у нас были гора и водопад. В высоте мерцали красным огоньки радиомачты. Меня так и подмывало нанести удар, но я заставил себя заговорить. Давай перейдем к делу. Где моя жена? Ну, это когда мы с похитителем встретились, да? Элис видит тень. Элис смотрела в объектив, выравнивая кадр. Озеро Колдерон было невероятно красивым. Вдруг она заметила в тени за домом какую-то фигуру. Кажется, это была женщина в черном платье. Элис опустила камеру и посмотрела в ту сторону. Никого. Только кусты, отдаленно напоминавшие человека. Элис покачала головой и рассмеялась. Барри думает в своем ли уме Уэйк. Барри никогда не ладил с Элис, но знал, что Алан любит ее до безумия. А теперь с Элис что-то случилось. И вот Ал вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился психоз, напрочь выбивший его из реальности. Это пугало Барри. Да, я думаю, это бы напугало любого, да? Расти умирает. Внутри базы стояла вонь, будто сгнивший утопленник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я не мог отвести взгляд от его сломанной, вывернутой ноги. Кто это сделал? Макс скулил у себя в клетке. У Расти горели глаза, взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел: «Мистер Уэйк, все случилось точь в точь, как было написано на той странице». Видите, и по рукописи они ведь тоже знают, да? Нифига себе. Действительно, что взгляд от его сломанной ноги, от его сломанной вывернутой ноги не могли отвести, да, долго. Так, темная сущность атакует Расти. Туристический центр был крепким зданием, но удар полностью разрушил фасад. Расти пролетел через весь вестибюль, словно тряпичная кукла, и сильно ударился о стену. Боли не было, пока он не попробовал пошевелиться и не увидел, что нога его неестественно согнута. Сломанное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти в одиночестве Расти завыл от боли и страха.
В их безопасном убежище. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро. Легкие горели, не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его так и не последовало. Я поднял голову. Неподвижная темнота. Какое-то время, залитый холодным светом, я был в безопасности. Прикольно. Последние мысли о Расте. Сознание покинуло Расте. Он подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, чем обернулся его давно разрушенный брак. Расте до сих пор носил обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого никогда уже не случится. Ну да, ну то есть получается, Расти убили. Так. Ну, тут еще немало. Так. Перед тем, как сознание покинуло Расти... А, ну да, это мы слушали. Так, Уэйк входит, видит символ факела. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Вдруг предо мной засиял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый непростой склад. Батарейки, ракеты, патроны. Запасы, необходимые, чтобы пережить очень темную ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что знал я. И даже больше. Да, действительно, кто-то оставлял эти сундуки. Прибытие Найтингейла. Найтингейл не хотел торчать в Брайтфоллс. Маленькие городки раздражали его. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не выдохнется, или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать любой ценой. Элис боится темноты. Не единожды Элис пыталась объяснить мне, каково это — бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то куда более осязаемым. Ее можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее разумом, злым и враждебным. Для Элис все привычные вещи, когда их накрывала темнота, превращались в нечто иное, чужое. И не было больше ничего безопасного. Только сейчас я понял, что она имела в виду. Уэк слышит бензопилу. Этой ночью одна отчаянная ситуация сменяла другую. Я был измотан, и все тело болело. Фонарик стал тяжелым. Заводя курок, я чувствовал, как в руку отдается боль. Но мне наконец-то удалось выбраться из леса, и дела вроде бы налаживались. Именно в этот момент я услышал бензопилу. Тот тип, короче, который был с бензопилой. Барри Велдервуди. Когда Барри увидел, как тьма напала на туристический центр, он поверил. Люди, которых Ал, по его словам, пристрелил, это были не просто спятившие местные. Мир изменился. Будто предупреждение переключили канал. Ты думал, что смотришь комедию, а на самом деле ужасы. Когда птицы напали на вертолет, Барри не удивился, а просто испугался. Да, действительно, да? Когда шли ужасы, Барри не удивился, а просто испугался, обалдеть. Так, Найтингейл стреляет в Уэйка. Команда агентов ФБР приказывала не двигаться. Я подумал, не стоит ли сдаться. Все равно у меня ничего не получается. А это была возможность переложить дело на кого-то другого. Но почему-то показалось, что так нельзя. Считайте это инстинктом. Его поза, манера держать пистолет. Он не мог быть другом. Я бросился к дыре в заборе и нырнул в темноту. В моих ушах гремели выстрелы. Угу. Так, а вот этого еще не было, да? Так, Уэйк сдается темной сущности. Еще чуть-чуть осталось. Как раз из кошмара записки. Темная сущность коснулась девушки, чтобы заманить писателя в ловушку. Теперь была ночь. И он лежал беспомощный, одурманенный, освещаемый только отблесками помех с экрана телевизора. Тени сгущались в комнате, когда темная сущность наклонилась к писателю, готовая вновь коснуться его. За работу, парень. Да, за работу. Роуз и Расти. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. И он ей очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала ей, чего стоит нежный и мягкий мужчина.
Расти хорошо к ней относился, развлекал ее и поднимал настроение, но он не был принцем ее мечты. И в этом горькая правда. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Сосед, блин, засверлил. Так, Барри знакомится с Роуз. А, нет, стоп, это же уже было. А, нет, все правильно. Темная сущность коснулась. Да, это было. Так, Роуз, Расти. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее. И он ей очень нравился. А, не-не-не-не-не, так, это мы послушали. Так, Барри знакомится с Роуз. Кажется, никто не знал, куда подевался Ал. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Ал провалился сквозь землю после того, как вышел из закусочной. Роуз была фанаткой писателя из того разряда, который Ал просто ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была умна, хорошо знала, что происходит в городке, знала многое об Але и даже поняла, кто такой Барри. Роуз ему понравилась. Не мудрено, когда речь шла о женщинах, Барри и Ал редко были солидарны. Ну да, очень вовремя начали сверления. Ну что ж, доброе утро. Так, Сара думает об Уэйке. Сару не волновали угрозы судом, которые сулил агент Уэйка. Она дала уйти Уэйку без разговоров, потому что в нем было нечто неподвластное ее контролю. Нечто, напоминавшее ей об отце. Сара не думала, что Уэйк мог навредить жене. А потом она вспомнила, как тот яростно набросился на Хартмана. Помощники на леса... Секи. На лесосеке творилось не весь что. Модульный офис столкнули с утеса. Тяжело дыша, взволнованный помощник Торнтон выбрался из развалины. Никого нет. Странно. Ты не думаешь, что это странно? Маллиган громко фыркнул. Черт, это всегда странно, Торнтон. Просто надо понять, что именно странно на сей раз. Уэк чуть темную сущность. Когда я бежал через лес, тени зашевелились и поднялся ветер. Я чувствовал, как темная сущность смотрит на меня. Затем лунный свет заслонили тени, которые неистово мчались по земле, чересчур быстро для обычных теней. Тьма сгущалась между деревьями и вновь рассеивалась, открывая взгляду одержимых. Никакая тропа не могла привести их сюда. Хм, прикольно. Так, ну что, и последнее отчаяние Уэйка. Не было никакого недоразумения. Озеро Колдрон находилось именно там, где жили мы с Элис. Вот только не было ни дома, ни самого острова. Куда-то делась целая неделя моей жизни. Что с нами произошло? Я должен был вернуть Элис. Я не смогу жить без нее. Вообще, действительно, да? Куда делась целая неделя моей жизни? Куда вообще пропал остров? Куда пропал дом? Так, ну что ж, вот такие вот они записки. Эпизода второго. Так, ну что? Продолжаем. Эпизод 3, значит, тут нам надо с вами будет найти... Раз, два, три. Понятно. Ладно, погнали. Все, пришли. Пойдемте разговаривать. Так, сейчас тут маленько побегаем. Барри уже там ломится в дверь. Ой, стул навернули. Барри, погоди, не ломись. Пожаловать в... Боже, мистер Уэйк, я так рада вас видеть. Роуз, рукопись у тебя? О, да. Да. Заходите. Как-то она даже себя ведет не так, да? Когда этого было. Эй, отличный кофе. Роуз. Да? Моя рукопись. Она мне очень нужна. Я понимаю. Я знаю, что вам нужно. Муза-вдохновительница. А, Барри, у нее ничего нет. Да. Эй, Алла. Алла, что? Барри! Что за... Что? Вот так вот. Спокойной ночи. Она идет за тобой в обличии моей Барбары. У меня нет сил остановить ее.
Ты должен зажечь свет. Я обещала, что зайду проведать тебя и твою жену. Ты должен завершить начатое. Я настаиваю. Ты должен зажечь свет. Зажги свет. За работу, парень. Офигеть. Меня мутило как с похмелья. Только гнев помогал мне идти. Я уже не могу отличить реальность от сна. Но похоже, у меня появился воображаемый редактор. Пожилая женщина в траурном наряде. Я зову ее Барбарой Джаггер. Она очень строга. Заставляет меня писать все быстрее и быстрее. И она редко довольна результатом. Ее правки становятся все жестче. И с каждым днем в истории все меньше от меня и все больше от нее. Меня это бесит. Но я знаю, она права. Она обещает, что так я смогу спасти Элис. Она знает больше меня, о чуде, что я пытаюсь сотворить, и об этом месте. Она уже когда-то работала с другим писателем при схожих обстоятельствах. Это был Томас Зейн. У истории как будто меняется жанр. Она превращается в роман ужасов. Развязка уже близко. Я это чувствую. Так, короче, где-то проснулись, да, в доме? Уже темно, все дела. Причем он там вот wake, книжки, фотографии, Alan Wake. Так, ладно, куча разных книг. Идем, что произошло, узнавать. Покинуть трейлер. Где вообще Барри? Где вообще все? А, вон он и Барри. Роуз, я потерял целый день. До встречи с похитителем оставалось меньше 12 часов. Нужно было лишь затащить Барри в машину и выбраться на дорогу. А вон и Роуз. Да, сразу было понятно, что с ним. Приветствую вас, закусочный, дорогой олень. Что вам предложить? Кофе? Я не мог злиться на Роуз. Что-то овладело ею, оставило свою метку. И все из-за меня. Первая добавка бесплатна. Молоко и сахар на стойке. Хотите узнать меню на сегодня? Спасибо. Удачного дня. Приходите еще. Да. Печально. Чё ж тут еще сказать? Так, а Барри, ты живой там, нет? Барри без сознания. Тащить я бы его не смог. Твоя правда? Я заслуживаю большего. Я такой милый. Вот будете в гостях у девушки, подумайте, стоит ли чего-то пить. Так, ладно, пойдемте разбираться, что произошло здесь. Снова ночь, ни фонарика, конечно, ни патрона, все забрали, вон и рукописи уже валяются. Мое оружие и фонарик пропали. Нужно было как можно быстрее найти способ затащить Барри в машину. Времени не было. Так, добраться до машины. Так, значит, появились рукописи, да? Ну, конечно, ничего у нас нет. Ну, раз если здесь просто на дороге валяется рукопись, к сожалению, эта рукопись не то, что нам нужно, но придется побегать еще разок тогда. Поискать. Закрыто. Надеюсь, лодка это не оживет. Хотя в этой игре все возможно. Так, радио, но прежде мы тут еще пробежим. Посмотрим. Блин, фонарика, конечно, не темновато, но что делать? Да.
Так, все, да? Ладно, уходим. Что там по радио интересного скажут? Я выглянул подышать свежим воздухом. И вот что я вам скажу. Погода портится. В такие ночи мне особенно приятно беседовать с вами, а не лежать дома в постели. Когда погода выкидывает такие фортели, мне не спится. Ворочаюсь на измятой простыне, думаю о плохом, а если удается заснуть, то снятся кошмары. Только ли мне? Может и так. Но надеюсь, что со мной пережить эту ночь вам будет хоть немного легче. Вы позвонили на станцию КВФ-ФМ. Эй, Пат, это Уолт Снайдер. Что у тебя, Уолт? Ну, у меня все немного не так, но я тоже не могу уснуть, понимаешь? Я тут просто глазел в окно, пытался разобраться во всем этом, но, понимаешь, я не пил, ты не подумай, просто... Что ж, похоже, у тебя проблемы, Уолт. Да, да, знаешь, у меня тут это... Просто вышел спор с Дэнни. Вы же знаете Дэнни. А потом сложности с законом, ну, понимаете, я просто... Я что-то такое слышал, Уолт. Да, ну, понимаешь, он Дэнни, он мой лучший друг. Они меня выпустили сегодня под залог. И теперь я тут жду один у окна. Черт, что-то такое сегодня витает в воздухе. Я как раз стоял на улице, глядел на небо над нашей студией и думал о том же. Чего ты ждешь, Уолт? Я не знаю. Что-то будет, понимаешь? Надо этот... Знаешь, я, наверное, лучше пойду. Что ж, Уолт, может... Нет, спасибо, Бад. Эх, ну, удачи тебе, Уолт, ты там держись. Давайте-ка отдохнем, ребята. Погодка просто нечто, так? Короче, все слышат, да? И видят, так сказать, отголоски этой сущности. Спасибо, конечно, за музыку на радио, но из-за этого банят видео на Ютубе, к сожалению. Ну, что поделать. Значит, будем хранить в другом месте, к примеру, на Твиче, да? Там, по крайней мере, если жесткие где-то есть музыкальные дорожки, то, по крайней мере, там просто в определенном моменте видео замьютивает звук, а не все видео блокирует сразу. Это удобно очень. Вот надо Ютубу учиться брать такую же политику, я думаю. Где запрещено, там замьютили, пожалуйста. Ну, зачем блокировать-то? Все видео. Печально. А еще самое печальное, если ты в этот момент стримишь на Ютубе и идет эфир, то тебе могут и прямые трансляции блокировать. Как минимум на полгода. О, там этот нас встречает. Забыл, как Волт, что ли? А, не Волт, другой. Так, ну все, по-моему, здесь только одна страничка, да, была? Больше я ничего не вижу. Они как одурманенные, да, после того, как их черная сущность... На себя... нету. Так, ну, закрыто, скорее всего. Ну, да. Ну, ты сейчас получишь. Бог знает, что ты сделал с этой бедняжкой. Это агент Деттингейл, ФБР! Руки вверх, Хемингуэй! Ты арестован! Только шевельнись, и я разрежу обойму в твою чертову рожу! Стой, где стоишь, Стиллейн! Фига себе. Что за... Я стою прямо перед тобой, черт.
чертов маньяк! А что произошло-то? Блин, а там левую сторону не проверил? Мне не хотелось бросать Барри, но я не мог пропустить встречу с похитителем. Бросьте, мистер Уэйк, не надо! Наслаждайте! За ним! Не дайте ему уйти! Живо, живо, живо! Упустите его, и я вас уволю! Серьезно, что ли? Сбежать от полиции. То есть в нас еще и стреляют, типа они думают, что это мы здесь, да, все дела натворили. А, ну мы же должны были, кстати, к ФБРовцам ведь встретиться. О, я застрял в кустах. Блин, а тут же фиг еще что посмотришь, да? Так, Вейк, давай, не сдыхай. Фига, тут за нами целую братву отправили. Или тут реально можно что-нибудь пропустить. Хотя, я думаю, вряд ли бы, наверное, сюда бы стали что-то скидывать. Офигеть. Так, парни, будьте начеку. Он попробует пройти тут. О, черт. Сюда! Расходимся. И он не мешает, внимательнее! Я хочу... Хотел посмотреть, где что лежит, но... Ну, я думаю... Не знаю, не знаю. Может, и могли что-нибудь положить где-нибудь. Снова лес, да? И поискать-то некогда, они вон прям догоняют. Так, где оторвались? А, вон записка, вижу. Неужели все-таки есть? Тихо, тихо, тихо. Нет, к сожалению, это не DLC-шно. Так, начинается канитель. У нас нет ни фонарика, ни оружия, ни фалфшейра. Вот, кстати, в каждой начале каждой главы забирают у нас все. Поэтому копить. Вау. Смысла вообще никакого не имеет. Все-таки могло что-то быть. Вон, еще одна записка вроде как. Да. Так, ну мы еще даже ни капельки. Так, ну нам наверх, да? Но прежде чем мы пойдем туда, давайте еще тут посмотрим, что может лежать. А, тут у нас деревья зипо падали. Все-таки могла быть там записка. Вон там еще одна впереди, я вижу, валяется. Прямо вдалеке, вдалеке такая. Вэк, не дыши. Да, сейчас мы пойдем туда, но сперва вон там заберем вдалеке. Я надеюсь, что я все-таки не пропустил. Ой, это обычное. Это не то, что нам нужно. По-прежнему еще миссия сбежать от полиции, но вроде как они больше не нападают.
Фига себе, ФБРовцы тут. Ну, устраивали засаду. Блин, прорисовка довольно в игре отлично, да? Смотрите, как далеко все видно. Ой, снова лес. То есть темная сущность тут за нас, да? Ужас окружал меня везде, куда бы я ни шел. У копов не было ни шанса. Они ведь ловили писателя, а не монстра. Да. Если уж у копов не было ни шансов, то у нас без оружия же шансов вообще никаких нет. Только бежать. Думаю, скоро нам уже все дадут. Блин, Света сейчас. Здорово, Андрюха. Ну что, как Alan Wake проходится? Здорово, здорово. Ну как проходится? Отлично. Просто отлично. Пока все более-менее получается удачно. Третья глава. Представляете, если уж темная сущность с полицейскими машинами, что творит, да, вот прям колесо оторвало. Как у тебя-то дела? Что новенького? Третья глава у нас впереди. Говорите, что еще и вертолет сейчас затащит. Себе. Вертолет-то падает. У-у-у. Жесть. Так, ну нам скорее всего туда надо будет, да? Ну нет, хотя еще по-прежнему сбежать от полиции. Так, где-то тут. А, вон туда наверх, да? Так, сейчас тут глянем, чтобы могли запрятать, нет? Секретные материалы фильм смотрел? Да, конечно, ты чё, как бы... Ну, не весь, конечно. Вот хочу как-то марафончик устроить по секретным материалам. Будешь приходить на эфир? Да, печально. Да, походу нам туда надо, да, от вертолета там вон один огонечек остался. Ой, Серега потянулся. Здорово, Серега.
Как настрой? Да нормально, хорошо. Завтра, блин, в 5 утра уже на работу. Все более-менее отлично. Как у тебя вчерашний день прошел? На работе еще нет? Вчера тяжелый день такой был вообще, даже на эфир уже сил не было запустить. Так, давайте-ка вот туда наверх сходим. Может, там фонарик будет. О, смотровая тема, да? Офигеть. Надо поближе, да, приблизить. Это не видно, да? Что там от вертолета осталось самое ближайшее. Я здесь ненадолго, перерыв короткий. Ну, понял, Серега. Завтра жду, короче, побольше эфиров всяких разных. Завтра я на сутки. На 24 часа. Ну да, скорее всего, нам вот туда. Но я не вижу вертолета, я вижу только огоньки, огонек от вертолета. Угли, так сказать. Так, и все, да? Ладно. Прикольно сделано. Так, ну что, фонарик нам дадут, нет? Вот тут еще вон что-то есть. Так, а тут что такое? Че, как вообще, Серега, дела-то? Ох. Вдалеке виднелись огни радиостанции. Радиостанция. А, ну скорее всего нам туда, да. Вот, кстати, прокомментировал Вейк. А тогда что-то комментировать-то и не стал. Ну, на той штуке. Ну да, как вариант. Так, ну что, фонарик-то есть здесь? Что, без оружия, без фонарика, без всего, что ли? Дела потихоньку, но слава богу. Попахивало шотландским одеколончиком, если вы понимаете, о чем я. Прием. Я ничего об этом не знаю, Маликан. Прием. Ладно, неважно. Все равно Роуз ведет себя как совершенно чокнутая. Лучше дай доку взглянуть на этих обоих. Прием. Понял. Вези их быстрее. Этот федерал захочет допросить Уиллера. Прием. Ха-ха, да, это уж точно. Похоже, у них там много общего. Конец связи. Так, а что-то... ну, понятно, Уиллер Росс ясно. А Берри, что с Берри-то там? Про Берри пока... ни слова. Так, это что? Карта прям в такой, нифига себе. Классно сделано. Ладно, погнали дальше. Так, вот тут вот интересно, почему ничего не прокомментировал. Может, куда-то еще надо посмотреть. Тишина какая-то. Ну ясно, ладно. Короче, погнали. Я подумал, что радиовышка вдалеке принадлежит местной радиостанции. Мейн казался хорошим парнем. Может, он скажет, как добраться до шахты. А, то есть нам туда, что ли?
Нифига себе, как далеко. А как без всего? Жуткие тени. Тьма шла за мной и пыталась остановить. Без света мне не пройти. Так, понятно, короче, разрушьте ворота. Только чем? Пальцем? Какие планы, Серега, вообще, если еще не убежал по эфирам-то? Last of Us-то когда хардкорить ты начнешь? Или рановато еще для этого дела? Угу, понятно. Прожектор не работал. А, ну скорее всего включить это и прожектор направить на ворота. Ну тут также, к сожалению, нету ничего. Короче, запускаем. Ли его завести? А, тут еще на время, понятно. Тут еще на время. А, то есть второй раз это уже делать нельзя, да? Ладно, окей. Ну что же, ходим. Опять стараюсь, конечно, высматривать все внимательно, но, блин, тяжеловато это порой сделать. Постоянно на концентрации, на внимательности. Я там не пропустил ничего. Что-то пробежал как тут справа. А, нет, нет. Показалось, как будто блеснуло что-то беленькое. Так, ну идти. Ну, ёпта. Короче, сюда нас не подпускают. А вот и фонарик. Вот и наш фонаричек. Так, ну сперва сейчас пробежимся. Блин, темновато, не вижу ничего. Сейчас фонарик заберем все-таки. Все, и не оружие тебе тут. Хотя откуда тут оружие будет?
Да, действительно. Вот здесь интересно будет аудиодневничках почитать, что тут происходит. Опа, она. Я почти сразу сообразил, что это световые гранаты. Для моего случая это идеальное оружие. Первая группа, ответьте, прием. Первая группа, это шериф Брейкер, доложите, прием. Вторая группа, ответьте, мне нужен доклад, прием. Ну же, ребята, не молчите, пожалуйста, прием. Да, эти уж полицейские не справились. С делами темной сущности, чего уж говорить. Так, 6 световых гранат. Но не забываем, что мы играем на уровне сложности кошмара. Это, то есть, нелегкий. Тут одна-две неловко выпущенные гранаты. До свидания. Так, а сейчас будет... Начнется, короче. По-любому. Так, ну что, сначала бегаем, ищем, да? По-любому распаунятся враги, начнут. Да, я уже слышу, где-то топают. Ну давай уже, лес, начинай. Я слышу, кто-то где-то ходит, но что-то пока нет никого. Может, это ветки из-под ног. Блин, пространства такие большие. Так, мы отсюда спрыгнули. У вас есть право хранить молчание. Так, ну сначала бегаем. Сначала бегаем, смотрим, есть ли что-то, чтобы уже потом все остальное. Будем думать, как нам лучше. Одна граната вынесла сразу всех, да? Так, началось, блин. Началось. Так, справа. Ага, вижу. Вижу. Но сюда лучше не приближаться, потому что заработает контрольная точка. Я бы хотел, может быть, рискнуть сюда попробовать бегом добежаться. Да, бесконечные враги. Долбанный респаун. Так, ну секретиков я никаких не вижу. Да, нету ничего. Так, умираем. А, всех убил? Короче, бежим прямо по дороге до того фонаря. Я надеюсь, что он не потухнет. Ну давай, убивай. Попробуем добежать. Сэкономить. А, вот так вот, да? Не все так просто. Все-таки одну придется потратить. Давай, не уставай, родной. Ну, нет, не получилось. Так, может, справа попробовать? Хочется мне попробовать. Все-таки там... Блин, Децл буквально, да, добежать осталось. У вас есть право хранить молчание.
Давай, не тухни, пожалуйста! Фу, есть! Контрольная точка есть. Так, светошумовые. 10 штук, ничего себе. Так, и тут еще у нас и радио. Взяты батарейки. Так, что по радио скажут? А вот и очередной звонок. Вы на волне КБФ ФМ и в студии Бадмейн. Это Милт Пибоди. Что нового, Милт? Ну, я живу возле трейлерной стоянки, Бад, и там сейчас какая-то суматоха. Ну, это по дороге прямо от меня. Не знаешь, что происходит? Я не знаю, но там куча полицейских машин, воют сирены, вертолет рассекает, и я, кажется, слышал выстрелы. Выстрелы? Да, сэр, как из пистолета. Так вы можете выяснить, что происходит? Потому что это совсем рядом, и там уже болят из ружей. До сих пор? Нет, это было минут 10-15 назад. Похоже, дело серьезное, Бат. Говорю вам, это не шуточки. Ну, я позвоню в управление, Милт. Ладно. Узнаю что-нибудь и тут же сообщу вам. Хорошо, спасибо. Так, ну что, удалось добежать, да? Удалось, без потери гранат. 10 штук у нас теперь. Угу, контрольная точка, замечать. Так, я еще гляну, конечно, ничего не пропустил. Вот здесь вот сбоку. Назад, конечно, не очень хочется возвращаться, но там вроде как не было ничего. Вот есть... Пэк, не застревай в деревьях, блин. Со своими застреваниями в деревьях это просто пипец. Так, ладно, там не было. Еще тут вот гляну сбоку. Записка, она будет видна сразу издалека. Она беленькая такая. Ну, вроде как нету ничего. Далее, как на тяжелом уровне сложности, да? Два удара, я три даже. И Вэйк мертв. Так, ну ладно, уходим. А, вон она, кстати. Там бегал, а она вон где оказалась. Ее оперный театр. Неплохо. Ну, это стоило того. Нет, к сожалению, рукопись здесь обычная. Да, тут еще бежать. Так, ну, скорее всего, сюда, но я, как обычно, пойду против шерсти, посмотрю. Блин, заиграл лес снова своими красками, так сказать. Здесь секретик. О, батарейки. Еще три фальшефера еще. О, неплохо. А, и контрольная точка, да? Ну ладно, добро. Блин, я не это хотел сделать.
Да, нам сюда, но... Полицейская машина, он там вроде как. Есть ли в ней что-то? Есть! Граната есть, отлично. Отсюда. Так, вон там еще свет вроде. А, нет, показалось. Как вы респауновые враги достали, а? Реально достали. С вами, блядь, хер секретики поищешь. Так, ну вроде все, да?